Здравствуйте, меня зовут Вероника Ваиль, я из города Санкт-Петербург. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с краю на край. С берега к берегу сот мили от мили, друг мой, прощай. Это была Вероника Ваиль, которая исполнила песню из замечательного фильма «Вам и не снилось». Даже не знаю, с кого начать. Удалось ли Веронике передать то настроение, которое было в картине? Или, может быть, такая задача не ставилась, а надо было исполнить это все абсолютно по-новому, с современным звучанием? Кто начнет, уважаемые члены жюри? Валерий Акович. Я уверен, собственно, в том, что эта песня выигрывает не только за счет своего настроения, но за счет обязательных, крепких, уверенных верхних нот, с которыми у вас были проблемки. В первое, прощай, так сильно не въехали, что это, ну, просто испортило впечатление от песни. И следующие верха были тоже неуверенными. Поэтому я, к сожалению, скажу нет. Владимир Пресняков. Вы так прекрасно начали, просто, ну, вот, завораживающе. И потом, когда пошел ритм, вы, да, как-то стали теряться. Много, по-моему, было криков. Ну, вот я не услышал того, что хотел, того, что ожидал. У вас красивый микс очень. Такой шепот, песочек. Я думал, что вы дальше продолжите так и петь. Не обижайтесь, я скажу нет. Редко это делаю. Не обижаюсь совсем. Диана. Это мой любимый фильм о любви «Вам и не снилось». И вот помните этот мальчик с такими прекрасными припухлостями под глазами? Вот это был первый мальчик, в которого я влюбилась вообще. И вот эта история, когда он ей говорит: «Ну ты слепуха моя!» Она стоит вот в этих очках. Эрнест, вы не помните этот сюжет фильма этого? Помню, помню. И он говорит: «Слепуха ты моя!» И снимает эти очки, с нее такие огромные и несуразные абсолютно. Это самая трогательная история о любви вот для меня. Вам этой трогательности, правда, не хватило. Надо как-то вот, ну, как-то вот, как-то аккуратнее было. Когда действительно начался ритм, мы стали так... Понимаете? А там уже все, они уже растворились друг в друге. И, в общем, конечно, я скажу нет, а фильм потрясающий, мне так он нравится. Я полагаю, что в этой песне очень сложный вокал, такой огромный диапазон в песне. Вот. Но нужно все делать убедительно. Были какие-то сомнения в вас, они передались нам.
и зрителям. Так что желаю всяческих успехов в дальнейшем. Легче, быть более уверенным. К сожалению, пока нет. Вероника, ну, к сожалению, вы не проходите. Тем не менее, ваше выступление, ваше появление на главной сцене состоялось. Удачи вам!